Начали. Думал вывезти ее подальше, когда возможность будет. Потом через знакомых пацанов выкуп попросить. У папаши ее денег куры не клюет, а нам копейки платят. Напарник терпит, а я не могу. У меня боевые награды, благодарность лично министра обороны. И я должен за этой дурой сумочку таскать. Прихожу домой, трясет всего. И папаша ее с этим похищением. Хоть бы премию выписал, гад. Прихожу как-то к нему. Мол, так и так. А он говорит, иди сдавайся. Тебе за лжесвидетельство мне статью дадут. Все на халяву. Как будто мы рабы. Ну, после меня этого и накрыло. Не собирался ее убивать. Думал, деньги получу и выпущу ее. Свалю из страны. Что, ты другую работу тебе не нашел? Да я думал. Не задалось что-то. Понятно, просто дело то, что умеешь. Для этого, наверное, сотрудник. Извините.